Итак, сегодня именно в рубрике «Украшения» специальное предложение дня. И это особое украшение, которое ни одну женщину не оставит равнодушной, потому что это бриллианты. И, как всегда, канал Shopping Show предлагает вам выбор. Этим славится рубрика «Украшения». Всегда есть альтернатива. Мы предлагаем вам выбрать между черным бриллиантом и традиционным белым, бесцветным. Я понимаю, что непростой выбор, но учитывая цену на бриллианты сегодня, вы можете позволить себе сразу два вида бриллиантов. Встречайте! Специальное предложение дня в рубрике «Украшения» серьги «Королева Испании». По цене только сегодня 2999 рублей. Мы дарим вам сегодня 50% скидку на бриллианты. 3000 рублей экономим. Даже на рубль скидка больше, чем цена. Выбирайте белые бриллианты или черные бриллианты. Это фантастика. Во-первых, что такие доступны цены на бриллианты. Во-вторых, что вы сами определяетесь цветом, сами решаете, выбираете, какой бриллиант поселится в вашей шкатулке. Великолепные серьги, выполненные из серебра 925 пробы, имеют комбинированное покрытие от золочения и радирования. То есть в этом украшении сразу три драгоценных металла. Серебро 925 пробы, золочение, то есть золото, и родий. Вы представляете, какое драгоценное сокровище вы получите меньше, чем за 3000 рублей. Да еще и с бриллиантом. Выбирайте белый или черный. Ну и более того, это украшение выполнено в флористическом дизайне, который всегда в моде. Посмотрите, какой изящный цветок красуется в центре сережек. Он как будто бы завязан из драгоценной ленты. И сердцевина его украшена бриллиантом. Белым или черным на ваш выбор. Вот, пожалуйста, комплект. Да, у нас гарнитур. Традиционно в рубрике «Украшения» представлены комплекты. И я вам демонстрирую сразу же ювелирный образ. Между прочим, украшения, кольцо и серьги выполнены в одинаковом дизайне, абсолютно идентичным. Я вам предлагаю такое сочетание. Допустим, серьги с черными бриллиантами, кольцо с белым. Или серьги с белым бриллиантом, кольцо с черным. Я понимаю, что, конечно же, хочется успеть и тот бриллиант заполучить. И вот, если вы готовы экспериментировать, если вы смелая дама в этом плане, можете сочетать два вида варианта. Если вы предпочитаете классику, выбирайте комплект с белыми бриллиантами. Ну, а для ценителей всего необычного, неожиданного, космически прекрасного, выбирайте черный бриллиант. Хочу сейчас для вас показать высоту серег. Внимание на экран. Ну, вот здесь хорошо сейчас видно. Они одинаковой высоты с белым и с черным бриллиантом. 2 сантиметра высота серег. Классическая высота, которая подойдет к любому овалу лица. Это украшение будет подходить женщинам с абсолютно разным типом лица. С круглым, с квадратным лицом обычно. К такому типу лица сложно подобрать серьги. Но эти серьги абсолютно универсальны. Ну и я хочу напомнить, это очень приятное дополнение. Сегодня с абсолютно любым ювелирным заказом вы получаете в подарок серебряную цепочку. Поскольку специальное предложение дня, серьги королевы Испании имеют комбинированное покрытие, они будут сочетаться и с серебром, и с золотом, и с позолоченным украшением. Это ювелирное изделие абсолютно универсально. Ну и сейчас очень важная информация. Помимо того, что вы выбираете сами белый бриллиант или черный, вы получаете абсолютный эксклюзив. Пожалуйста, послушайте меня внимательно. Украшение королева Испании выполнялось на заказ. Мы сначала опросили вас, узнали, что бы вы хотели видеть в ювелирном изделии. И далее создали вот такую вот композицию, создали макет. И по этому макету, по этому рисунку была выполнена данная модификация. Таких серег, такого украшения нет в серебре, такого украшения нет вообще ни в одном магазине. Только зрительницы канала Shopping Show, только вы сегодня, как зрительница нашего канала, можете приобрести это украшение сегодня, и больше никто. Если ваша подруга, если ваша соседка, ваша родственница, ваша коллега не смотрит канал Shopping Show, у нее никогда не будет такого украшения. Это абсолютный эксклюзив для вас, для наших зрительниц. И поверьте мне, абсолютно женщины разного уровня уже оценили красоту этого ювелирного изделия. На прошлой неделе канал Shopping Show отметил 5-летие. К нам в гости приходила тетя Таня, и она тоже влюбилась в эти бриллианты. Давайте послушаем, что она про них рассказала. Ювелирный гарнитур, к
королева Испании. Какое красивое название. Это серьги, серебро и позолоченное серебро, и бриллиантики. Они сверкают, как звездочки. А кольцо, какое оно красивое, знаете, оно так блестит, оно так играет необыкновенно. Ну, посмотрите, как красиво. Есть разные размеры, так что заказывайте, не пожалеете. Ну, собственно, милые дамы и господа, вы сами все слышали своими собственными ушами. Это предложение изысканное, особенное, безусловное. Оно понравится и оценит его женщины абсолютно разного уровня. А, напоминаю, что королева Испании – это комплект, это гарнитур, уже доступный для заказов на нашем канале. А, цена кольца для тех, кто готов заказать комплект, всего лишь 2499 рублей. Я напоминаю, что у нас на канале действует абсолютно эксклюзивная акция. Бесплатная доставка заказа на сумму 4990 рублей. Это значит, что гарнитур королевы Испании к вам приедет с бесплатной доставкой. При получении вы оплатите только украшения. Да, это важная информация. Оплата происходит лишь при получении. Итак, супер предложение. Осталось лишь определиться, что же вы выбираете. Белый бриллиант или черный бриллиант. Я понимаю, что непростой способ сейчас, непростая задача стоит перед вами, потому что, безусловно, хочется и то заполучить, но то, что я вам предложила, это сочетать, допустим, серьги с белым бриллиантом, кольцо с черным и наоборот. Но я уверена, у многих наших новых зрителей появился вопрос, а как понять, что это точно бриллиант, как определить это на расстоянии. На самом деле легко и просто. У каждого ювелирного изделия есть свой паспорт. Пожалуйста, я вам его сейчас демонстрирую. Это личный документ на украшение. И в этом паспорте мы читаем с вами самую важную информацию. Драгоценных два бриллианта. Это паспорт на серьги с белым бриллиантом. У него круглая форма, ну, как у бриллианта черного, 57-гранный, то есть полная бриллиантовая огранка. Посмотрите, да, это на черный бриллиант паспорт. Далее у нас степень огранки А, то есть высшая совершенная. И вот помните о том, о чем я говорила, что у нас сразу комбинированное покрытие и золочение по сережкам идет, и родирование. Сами они выполнены серебра 925-й пробой. То есть в этом ювелирном изделии три драгоценных металла сразу же. Посмотрите, как они блестят и как они вам подмигивают. Я хочу также доказать вам, что это украшение не только очень статусное, это бриллианты, белый или черный, на ваш выбор. Это еще очень комфортные серьги. Пожалуйста, доказываю вам это, демонстрирую застежку. И, кстати, вот еще очень важный момент. У сережек достаточно длинный штифт. Давайте мы не будем гадать, мы сейчас увидим, здесь сантиметр. Они подойдут даже обладательницам плотной мочки, они не будут давить. Вам не будет всегда комфортно. Штифт занижен, чтобы прикрыть прокол. А это значит, что даже растянутый прокол будет спрятан. Все нюансы будут прикрыты. Вы будете самой обворожительной, самой неотразимой в сережках с бриллиантами.